Ага. Если что, поможет. Мы будем рядом, будем общаться. Привет, ребята, говорю, друзья. Мы только сейчас общаемся. Дмитрий и... Дорога, ну сейчас. Ксюшенька. Откуда, Ксюша? Нижний Новгород. Ксюша, смотри. Я тебе объясню. Двигаемся сначала в этом направлении, потом отходим назад, потом двигаемся вот в этом направлении. Дима хорошо отойдет назад, чтобы мы могли вот туда побежать боком. Там, где купол будет, оттуда начинает разгоняться. То есть нам сейчас зачем сюда это двигаться? Ну, ну просто со мной двигаешься. Просто со мной танцуешь. Не упади, не падай, не садись. Да, он куда он тянет туда? Когда я скажу бежать, бежим вот в этом направлении. Просто бежать. А вот садитесь, ножки вверх. Садитесь. Что-то еще и слабый ветер вообще, по-моему, исчезнет скоро. Вообще, он не исчезнет, он нормально. Пойдет следующая. Сверху без проблем. Сверху без проблем тебе можно было тоже. Ну, я говорил. Сейчас подходим. Шаг вперед сделай. Шаг вперед. Пойди шаг. Да, никого. Назад пошли. Пошли назад. Где назад еще один? Притормози. А куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Назад отходи. Назад. Мы уже на месте. Все, побежали, дорогая. Бежим. Давай, давай. Кайф. Просто это охуительно. Ну это не новое выражение. Да, я знаю. Я знаю, я не старалась. Думаю, здесь этому... говорят. А, тебе говорили когда-нибудь, что кто-нибудь в полете тебе говорил, что я распирожилась? Нет, не было у тебя кировских. Нет, никого не было. Значит, у меня коллега из Кирова есть. Там очень много выражений из серии «шипериться» — это топтаться на месте, а «распирожилась» — ну это от слова девочки ноги раздвинуть, типа пирог показать, понимаешь? Вот сейчас я распирожилась. Ладно, аккуратно, сейчас холодно еще. Да-да-да-да, ну благо у меня штаны, понимаешь? Не задувает. Зима на дворе. Ой, мы на них вас так далеко улетели. Ее не нужно сильнее открыть? Нормально? Если мне говоришь, говори громко. Ее не нужно сильнее открыть? Не, нормально, она широко делает. Хорошо.
Максимально дальше от нас держи и будет. Вроде все, Максим. Дальше резинка не дает. Дальше резинка не дает, ну, руке. Я понял. Ну, ты не стесняйся, можешь давить ее, прям, она такая, просто она плотная резинка. А это Казбек или это не там Казбек, а это просто какие-то склоны? Нет, просто Кавказские горы. Просто, много, да? Ага. Фрирайдят? Катиться, ну, фрирайд, типа. Да, поняла. Нетронутые места, мол, знаешь, типа. Ага. Целина. Я прыгала с крылом. Ощущения очень похожие. Ну, только понятно, я сама управляла. А наши-то не прыгнули? А вот сейчас они как раз будут выходить. Сейчас их увидят. Ага. Вот это я понимаю день рождения. Запомнится. Да-да-да. Ой, вы вообще, ребят, молодцы. Счастье людям доставляете. Радость, эмоции. Да, эмоции в основном. Ну это очень круто, очень просто. Я представляю, какой кайф вы испытываете, ну, постоянно это делать. Честно говоря, меньше, да. Ну потому что уже приелось. Да. Но все равно ощущение того, что ты управляешь. Ну да, все это. Держаться же все что-нибудь. А как давно ты этим занимаешься, Дим? Уже с 2001 года. По всему миру прыгаешь? Ну, или здесь в основном? Последние 7 лет уже здесь. Тут постоянная работа, как бы у нас договора и работаем регулярно. А сам ты откуда? Сам из Крыма. Прикольно.